Кранца? Начинают, вроде как. С тобой в разных СТВ сидим. Португалии снова ХВ, американцы. Кстати, спектаторов весьма много смотрят, ну, ЕТФ. Аж 160. У меня 112. Почти под 170. Ну, на другом еще 57, на другом релее. Довольно-таки много. А, у нас что, уже игра что ли началась? Лол. Прошу прощения, что-то я заснул. Ну, по составам все то же самое, только португальцы решили хэвика взять. Чё ты меня не сдернул? Я там смотрю. Так я же говорил. Спектатор. Не знаю, значит, американцы сейчас используют обычный овер, прошу заметить. Отжимают португальцев. То есть вначале как-то португальцы вроде вышли, но американцы отошли, докопились и вышли обратно. Но а сейчас мы португальцы уже взяли криты, у них 80%. Но минусит медик там, шуршот просто там. На шота. И один живой только у португальцев. Похоже, что это будет фаст раунд. Ну, Убера или критов нету, так что посмотрим. У них преимущество в Убере. И криты взяли американцы. Сейчас взяли. Волуму 10% только. У него медика. Американцы, конечно, непредсказуемы. А он обычный взял уже. Ну, естественно, на ласт обычно не надо. Но американцы говорят, там хитрый трап у Демоса. Посмотрим, сможет ли он кого-нибудь забрать. Демоса. Но нет, американцам стоит поспешить, и они выходят с критами по балкону, отлично. Давай, отлично, просто. Отличный минус. Красота. Минус медик, минус сол, просто отлично. Наконец-то они разыгрались, но пропустили скотов, скоты минус 3 сделали. Даже больше, не знаю. Ну это... Капкоинс. Сюда бы еще скини, и все. Сейчас сверху тот что-то агрит. Немножко, но нет. Все равно американцы их сдерживают, не дают им выйти на вторую точку. Отлично был. Наконец-то я увидел хорошие криты от американцев. Так, более-менее, конечно. Главное, меда снял. Ну да, первым. Так это вот... А португальцы решают выйти. Рискованно. У них не убер ничего, и у них уже минус 2. Нет, отходят, кота пропускают на ласт. Впивают. Скотт очень хитовый там внизу, 30 хп. Ну, убирают. Американцы решают пушить так, без убера. Просто там Скотт прыгает, просто... И походу на все пофиг. Правильно. Криты, отлично. Криты, но это похоже раунд. Ну, слишком он как-то на хэвика. Очень хреновая реализация, не знаю, как так можно. Ну, наверное, пинг свою роль играет. Промахнулся. Ну, хрен знает. Ну, это просто ужасно. Скота назад пропустили. Не может. Все, ГГМ. Кио очень долго делает. Ну, давай, забирай быстрее. Просто эпик. О, какая горячая. Почему точка. Не вышли с Демоса, мне кто-то интересно. Еле выдержал, там Солт уже бежит, на него только плюнуть, если он сойдет с точки, то все, раунд. Отлично. Забрали Демоса. ГГ. Американцы проходят следующий раунд, португальцы, к сожалению, вылетают, так как это была игра. Сетки. В общем-то, довольно интересно. Американцы, конечно, красавцы. Да, мне понравилось, как они